нора, видно тропки с песочком. Но в эту нору мы пускать собаку не будем, потому что может произойти обвал. Вот уже сунется нора, глубокая сильно, точно обвалится. Так что в такие норы пускать собак не рекомендую. Я уже похоронил несколько своих собак, имел неосторожность пускать в такие норы. Так, что здесь у нас? Скушали что-то. Если была бы глиняно-песчаная, это другое дело. Там тоже три норы. Туда тоже пускать не будем собаку. Свежая песчаная нора, тоже будет обвал. Не годится. В такие норы пускать собак нельзя, погибнут. Едем дальше. Земля с песком, обвала не будет. Нора двухэтажная, первый этаж, нижний, и вверху два отнорка, вот так вот. Там отнорок, и там ниже отнорок. Связаны они или нет, не знаю. Сейчас будем проверять. Батя зайца ходит, топчет. Так, пускаю Бена. Нема, что ли? Там точно нема. Че? Тут.
хоть аж прочищено. Машины. А? Маленько.
Стой!